Я хотела бы, чтобы вы радовали своих родителей, радовали своими оценками, радовали своим поведением. Классные руководители, которые стоят рядом с вами, вы должны не забывать, что они практически ваши вторые мамочки, пока вы находитесь в школе. Желаю всем успехов в учебе, терпения. Родителям, особенного терпения, родителям первоклассников я обращаюсь, потому что у вас начинается очень тяжелая жизнь. Чтобы вы были все здоровы, чтобы ваши родители были довольны вами.